Всем привет, с вами Максимадзе. И знаете, это какое-то проклятие моего канала. Очередное видео, друзья, удалено, забанено и вообще к фигам стерто с лица земли. То, что вы сейчас видите, это не то, что на ютубе, это я нарисовал, конечно, все. Просто, чтобы какое-нибудь прям изображение было интересное. Вот такое вот. Но, знаете, я решил вот записать обзор на мультик «Три богатыря и наследница престола». И там не показывать кадры именно со звуком. Потому что были там Алёша Попович, Тугарин, Змей, там ролики именно все со звуком было. Ну, понятно, почему заблокировали. Но здесь я не показывал кадры со звуком именно. Типа кадры были, ну там, под музыкой, под моим голосом, но кадры со звуков не было. Но нет, друзья, и этот видос забанили снова. И, честно сказать, я не знаю даже, что делать. Возможно, YouTube просто меня не любит. Или вот эта вот студия CTB или STV, как она называется, фильм, компания, что-то там, ненавидит меня. Я знаю, у меня вот у некоторых... Я использовал там музыку, которая использовалась также у некоторых ютуберов, которые делали обзоры на фильмы, там Никлес всякие, например. И у них все было нормально. Не было никаких, знаете, там банов у них там, все. У них там все было нормально. Но у меня они банятся. Банятся. И поэтому, друзья, обзоры на такие мультфильмы не будет. Это я вам сразу говорю. И все-таки это капец какой-то вообще. На самом-то деле я использовал именно ту же самую музыку, что использовалась в Алёше Поповиче и Тугарина Змея, игра в титрах. Там использовалась точно такая же самая музыка, ни монетизацию не забрали, ни ролик не заблокировали. Но нет, тут забанили. Забанили. Так что, друзья, я по этому поводу решил попробовать оспорить эту жалобу. Сейчас оно находится на проверке, ну и не знаю, какой результат из этого выйдет. Но на самом-то деле слышал, что если мы там, не дай бог, в чем-то соврем, то канал могут заблокировать прям сразу. Ну, такого не должно произойти, потому что у меня даже вон видео с такой музыкой было, у других ютуберов, у них ничего не банилось, но у меня это все банится. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в сообщество ВКонтакте. Я, конечно, не настаиваю. Всем пока, с вами был Максимадзе, еще увидимся.